Около 30 тысяч финнов не вышли на работу, чтобы выразить свое недовольство экономическим курсом правительства страны. Митингующие намерены помешать планам властей сократить ежегодный отпуск для госслужащих, отменить надбавку за сверхурочные часы и за работу по выходным. Также они негодуют по поводу отмены оплаты первого дня больничного. В результате забастовки в столице страны Хельсинки произошел транспортный коллапс. Не ходят поезда, отменены десятки авиарейсов, парализована работа паромов. Поставали даже учителя и врачи. К началу демонстрации также закрылись магазины, банки и кафе. В трудной ситуации оказались иностранные туристы, которые не были в курсе происходящего и не могли воспользоваться общественным транспортом. Забастовка стала самой масштабной за последние 100 лет. Я не могу предложить конкретные меры решения данного вопроса, но одно я знаю точно – нельзя соглашаться с такими условиями. У нас действительно зарплата небольшая, чтобы промолчать. Нужно бороться за свои права.